Секунду. Обязательно будем работать. Обязательно будем. Давай. Мое любимое аниме – это «Город, в котором меня нет». Это хороший сериал. Давай, ты хотела, давай. Любимое аниме? Специально для тебя Fairy Tail. Мальчики, вы уже профукали свой вопрос. Следующий ряд пошел. Давай ты. Да. Можно, когда я продолжу расписывать все кредиты. А еще будет автопати, еще раз говорю. Давай. Есть у меня. Да. Есть. Давай. Что? До понедельника. В понедельник я на работу. Давай. Не знаю. Давай. Какое было первое аниме? Старое и японское. Давай ты. Да? Да. Да, давай. Наверху там же. Да? Современные аниме-тенденции, которые мне не нравятся. Ну, во-первых, вот это. Во-вторых, сейчас очень много сериалов, которые выходят, они помешаны на либо MMORPG из разряда, вот сейчас все прутся от сала, да? Все любят сало. А прародителем сала был сериал «Дотхак», который выходил в бородатые концы 90-х, начало нулевых, и там новый сезон. Но почему-то зашло всем сало и выходила куча подделок различного рода на вот эти вот все ММО, знаете, как попаданцы их называют в книгах, попаданцы и так далее, которые попадают в этот ММО-мир. Вот эта тема меня абсолютно задолбала. Хорошо, в аниме сейчас зомби-тема не пошла, как которая была в сериалах, да, и в играх. Например, Last of Us, я не понимаю, почему все писали кипятком от этой игры. Но я ради нее, да, я ради нее купил PlayStation, я в нее поиграл, я ее не покупал, я сам игровой, а спер. Чувака попросил, сами понимаете, вот. Я в нее поиграл и понял, что это абсолютное барахло. Это не игра, это ну, честно, мое мнение, помойка. Вот эти зомби-темы, которые уже изъезжены 10-м, там, 12-м, 100-540-м сезоном «Ходячих мертвецов». Абсолютно наитупейшая игра, графика мне не понравилась. Мне зато понравился Детройт. Детройт. Да, золото мое. И я дам тебе, когда я отсюда выйду, я дам тебе. Давай, 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 ты, давай, давай, ты. Смотрю ли я подборку чего? Приколов с моими... Моими приколами, да? Да бывает поржать иногда, да, я сам на собой хочу. Ну давай, давай. Сойеров, мой любимый няшный вкусный товарищ, друг, приятель, коллега, и он просто делал хорошее видео. Кто? А, Эрика? Тарелка как тарелка. Тарелка. Вот это вот. Девушка машет рукой, привет, давай, покричи, кричи громко, тихо! Тихо! Я уже этим 13 лет занимаюсь, мне сейчас 27, скоро будет 20. Анкор, сколько ты зарабатываешь? Было ли странным этим заниматься? Было ли страстным этим заниматься? Тихо, тихо, тихо. А я без страха делал, занимался, честно говоря, фигней страдал. Давай. Успел ли я покататься по городу? А, что, а какую адаптацию? А, от Netflix? Адаптация от Netflix. Фильм не смотрел, я смотрел аниме, но сериал там, по-моему, даже выходил. Говорят, хороший, времени нет смотреть. Что? Я откуда знаю? Анкор! Вот там задний ряд кричит, давай. А верхний? Привет, боженька.
Как ты там? Ори громче! Давай. Будет. Нарекаю. Давай, сделай. Спайся. Мой любимый фетиш – спать. Я люблю спать. Я энергосберегающий. И правильно, кстати, фетиш, а не фетиш. Это фишка ударения. Я сейчас начал ненавидеть русский язык за это. Давай, судья. Смотри, фишка поставленного голоса на сцене – это когда ты кричишь, и меня слышат сзади и ряды! Еще спроши. Повтори, пожалуйста, я не услышал. Все аниме, которые ты озвучиваешь, ты успеваешь посмотреть? Я смотрю то, что звучу в основном. Да. Давай. Даме, гоме, нихонго, ваташи, но вакаранай. Я занимаюсь 13 лет с японским языком работаю, но я его так и не выучил. 5 минут. Был случай, когда ты озвучил хентай. Без комментариев. Давай. Да. Блин, я кучу опенингов знал наизусть. Я одно время перся от ремиксов на различного рода аниме-опенинги. И у меня... Гигабайт, наверное, 300 этой музыки. Ну, 200 точно с собой, у меня 150. Я взял с собой хард. И... Да, сладкий! Вопрос? Заходи. Становись здесь и жди, я с тобой займусь сейчас. Вот. И... Ну, я очень много знаю опенингов, чуть ли не наизусть. Постоянно что-то припоминаю. Потом одно время заморачивался... переводы искал на опенинге, смотрел, и прям вот прям «Масики, лов, ничо, юджи, канцу», то и так далее, да? Да, у тебя какой вопрос, пип-поп, Тим Эпик, Тим Эпик Попа? Б, тоже витамин. Сколько склонов овсян? Кого? Кого? Чего? Покажите мне его. А, как, не российский? Какой Артем Овсянников? Это кто? Я не знаю, кто это. Кирилл Соев, знаю его, да. Да? Кто это? Я, честно говоря, не помню. А, Артем Овсянников. Я знаю, там был Зуйков, там был я, был Соев. Была тарелка, был кто-то еще. Их там много было, я не знаю, кто такой Артем Овсянников. Я тут увидел Кристина Финк. Ой, слушай, регулярно проскакивает ее фотография у меня в ленте, это прям, я не знаю, это вот... нормальная. Да. Вот в черном дядька. Нет, вот ты сидишь, а за тобой рука, вот ее давай, да. Повторите погромче, что... Я аниме посмотрел! Сколько я посмотрел аниме, чувак? Не знаю. Честно, не знаю. Много. Давай ты. Нет, стоп, стоп, стоп. Ты, да. Какие будущие проекты приметил, чтобы озвучивать? Еще раз и погромче. Какие ты будущие проекты приметил, чтобы их озвучил? Не знаю. Что прилетает, то и делаем. Давайте последние 5 вопросов. Сейчас вот реально 5 вопросов. Хрень не спрашивайте. Любимых персонажей, любимые сериалы и прочего такой вот ерунду не спрашивайте. Надо заканчивать. Мне сейчас у нас не ерунда, вопрос, пожалуйста, обрати на вас. Давай, вы уже были, ты. Давай. Вика. Хороший сериал, но я персонаж. Давай ты. На правах косплеера будешь 3-й вопрос. Давай 2-й вопрос еще раз. Не буду. Давай. Еще раз. По поводу Сёнэна? Да. Что? Какой самый критичный? Да любой. Наруто, Бличке, Хантер Хантер. Давай. Права косплея. Давай. Ты как раз из Бунга Стрейдогс фильм смотрела, да? Принцент смотрела.
Не пустили? Офигеть. Астана не любит меня. Очень не любит. Да. И также и псин не любит очень сильно. А какой твой любимый шип? У нас есть 5 минут. Кто? Я не понимаю. Шипистов. Что это? Я не понимаю. Я нормальный. Я нормальный. Я нормальный. А, любимая пара, это когда из аниме, я понял. Наруто и Саски. Давайте, предпоследний вопрос. А вот наш вопрос, пожалуйста. Давайте, предпоследний. Вы не могли тяжелее всего озвучивать? Да любое. Оно одинаково. Одинаково все. Последний вопрос. Я даже встану, пожалуйста. Последний вопрос. Давайте, самый старший в зале задает. Я. Кто 85-го года и ниже? Врешь. Тебе сколько лет? Ты 40 уже. Давай. Да. Кричи громко. В какой озвучке я предпочитаю смотреть? Не поверишь, в русской. И что, это был последний вопрос? Кроме чего? Кроме русской? То кроме своей озвучки, я свою озвучку вообще не смотрю, терпеть не могу. Ну, я вообще, в принципе, практически ничего не смотрю, потому что у меня времени нет. А если я что-то и смотрю, но не из аниме я смотрю ступенистки. Денис строит, там, Сережа. Все коллег смотрю, с кем я работаю, я же их и смотрю. Ну давайте, самый последний вопрос, и встречаемся с следующим ведущим. Давай, еще кто из старших, вот, у тебя вопросы умнее, давай. Сколько ты зарабатываешь? Из чего ты зарабатываешь? Сколько я зарабатываю? Да. Да, с чего зарабатываешь? Миллиардов столько больше, чем... А если по правде? На самом деле, на этой профессии много не заработаешь. Когда как? Да, золотой. О, чего танцевать хотите? Да, ну я так понял. То есть у меня следующий номер? А ты помимо, чем еще занимаешься? Короче, сейчас маэстро включит там маленькую музыку, а судьи выйдут объявлять о призах косплеера. Аплодисменты, судьи, где они?